Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители нашего канала. У меня много лилий, и часто случается беда из-за мышей. И если у вас такая же ситуация, то попробуйте березовый деготь. Осенью после уборки ботвы капните несколько капель на куст лилии. Конечно, с ним работать нелегко, он густой, да и дороговат, но помогает. Сейчас расскажу, как сделать раствор. Березовый деготь – это натуральное и безопасное средство, которое с давних пор успешно применяют в домашнем хозяйстве, народной медицине, косметологии, огородничестве и садоводстве, благодаря его многочисленным полезным свойствам, а именно антисептическим, противомикробным и противопаразитарным. В его состав входят смолы, парафин, органические кислоты, фитонциды, природные антисептики, фенол и другие вещества. Деготь плохо растворяется в воде, поэтому сначала наводят мыльный раствор, а уже потом добавляют смолу. Для начала в 1 литре теплой воды растворяем 4 столовых ложки жидкого мыла или настроганного хозяйственного, все тщательно размешиваем. И только потом добавляем 3 столовых ложки березового дегтя и снова все хорошо перемешиваем. Затем доводим до 10 литров и проливаем лилии и клубнику. А вообще препарат эффективен для борьбы со многими насекомыми и вредителями. Например, луковой и морковной мухой, бабочкой капустницей, земляничным долгоносиком и колорадским жуком. Препарат также эффективен в борьбе с кротами, землеройками и медведкой и прекрасно отпугивает грызунов. Следуйте советам и делитесь своими результатами в комментариях, а также не забудьте заглянуть в описание под видео. Там вы найдете ссылочки на лучшие садоводческие интернет-магазины. Всего вам доброго!